В китайском городе Чжэньчжоу прошло первое заседание объединенной группы железнодорожного транспортного маршрута между Китаем и Европой. Во встрече приняли участие более 70 представителей ЖД-компаний из 7 стран вдоль логистического коридора, в том числе из России, Беларуси, Казахстана, Монголии, Германии и Польши. Участники обсудили рабочий план и проекты грузоперевозок на следующий год, правила участия новых компаний. За 6 лет более 5000 поездов на маршруте связали несколько десятков китайских и европейских городов. Нынешнее заседание, уверены участники, будет способствовать углублению международного сотрудничества в сфере железнодорожной логистики. Без сомнения, эта встреча будет полезна, особенно для торгово-экономического развития стран и регионов вдоль пояса и пути. Мы уверены в серьезном росте, и белорусская сторона принимает необходимые усилия и меры для того, чтобы способствовать этому росту перевозок.